Мне радостно осознавать, что наша большая музыкальная семья пополнилась такими талантливыми детьми. А вы действительно очень талантливы, раз вы сюда поступили. Но не менее радостно мне осознавать, что вы действительно прекрасные слушатели. Смотрите, как внимательно вы сегодня сидели и как долго вы слушали концерт, как приветствовали наших исполнителей юных. Значит, вы понимаете, какая большая работа стоит за каждой исполненной нотой, за каждым исполненным произведением. Это нас очень радует. Я надеюсь, что годы, проведенные в нашей музыкальной школе, позволят вам вырасти музыкальными, внимательными, интересующимися людьми. Потому что не каждый из вас свяжет свою жизнь с музыкой, но каждый из вас принесет ее в сердце на всю жизнь. Я рада вас приветствовать. Надеемся, что наш вечер завершится еще прекрасными номерами. Добро пожаловать в нашу музыкальную семью. Да, сейчас все первоклассники, так как у нас по техническим причинам не получилось провести наш концерт в 93-й школе, к сожалению, мы не сможем вас пригласить на сцену, но мы придем к вам. Так, значит, наши первоклассники должны дружно поднять руки. Ну-ка, покажите, какие вы дружные. Вот. А теперь держим руки, и вам будут вручать наши учителя подарки. Все, кто не держит руки, тому подарки не останутся. Thank you.
Я не знаю, что это.